школьные линейки в Магнитогорске 1 сентября пройдут на улице. Сам учебный процесс начнется в обычном очном режиме, однако с сохранением всех прошлогодних антиковидных мер. Готовность образовательных учреждений к Новому году сейчас проверяет приемная комиссия. В этот раз специалисты работали в 63-й школе. Сначала проверка документации, после обход помещений и территорий. В комиссии, принимающей школу, не только специалисты управления образования, но и представители полиции, Роспотребнадзора, горторга, отвечающего за организацию питания, детской поликлиники. Последних интересует, как укомплектован медицинский кабинет, соблюдаются ли условия хранения лекарств, как осуществляется профилактика коронавируса. Ежедневный замер температуры. В классах у нас рециркуляторы, надо следить, чтобы они были включены и работали согласно графику. Надо, чтобы проветривание происходило, влажная уборка во время уроков. Это все как профилактика ковида у нас идет. Как в школе обеспечивается безопасность, этот пункт проверяет полиция и Госпожнадзор, где предусмотрены эвакуационные выходы, работает ли пожарная сигнализация, есть ли видеонаблюдение в учебном заведении и, конечно, исправна ли тревожная кнопка. У нас, получается, два здания оборудованы двумя тревожными кнопками. Одна кнопка у нас непосредственно сигнал поступает в Росгвардию. Ежедневно, пока дети находятся, идет каждодневная проверка, то есть работоспособности, в исправном состоянии находится кнопка или нет. Сотрудники приезжают очень быстро, у нас в течение 5 минут они уже в здании школы. В этом году в 63-й школе сделали упор на ремонт кабинетов с нанесением особого противопожарного покрытия на стены, как в основном корпусе, так и в отдельно стоящем здании начального звена. В основном здании было отремонтировано 11 классных кабинетов, и в отделении у нас также был произведен ремонт 2 классных комнат. То есть к началу учебного года по всему зданию у нас всего лишь осталось не покрытый флоковым покрытием 3 кабинета. Безопасным, соблюдением противоэпидемиологических норм, а главное очным. Таким будет новый учебный год в магнитогорских школах. Дина Наумова, Надежда Кинаш, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.